за тот вклад, за развитие межрегиональных культурных связей. Спасибо большое. Сегодня также в Москве уже наведены, так что с каждым визитом наша дружба и наши связи будут вместе все включены. За большой личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Чеченской Республики наградить орденом дружбы Кадырову Айшата Рамзановну, министра культуры Чеченской Республики. Для получения награды на всем приглашается Мария Байсарова. Хочу выразить огромную благодарность президенту Республики Южная Осетия за внимание. Ашат Рамзановна, как никто, заслуживает этот орден, потому что в наши дни дружеские отношения развиваются между регионами. Я думаю, это самое главное. Естественно, это и делает наш министр культуры Чеченской Республики Ашат Рамзановна.